Здравствуйте, други! С вами Эля. И ее любимое растение – кактусы и суккуленты. Сегодня 26 февраля. И я рассказываю, что происходит в коллекции на сегодняшний день. И мои видения на дальнейшую работу с ними. Я хочу отключить конвектор. Вот он. Потому что цель, конечно, экономия и температура, обещанная нам гидрометцентром, позволяет это сделать. Растения по-прежнему стоят сухие. Это я о кактусах говорю. Но давайте по порядку. Значит, пересажены все кактусы. Ну вот, вот эти крупные экземпляры, высокие, я не пересаживала. И по одной простой причине. Я не хочу давать им большого роста. Мне устраивает, чтобы они росли очень медленно. Все остальные кактусы. Мелкие, крупные. Они пересажены в новый грунт. Дано им питание. Сделан осмотр растений, как у них с корневой системой. Вспомнены все их названия, потому что когда пересаживала, я с растениями разговаривала. Если про какое-то забыла, заглядывала в свои записи, сверялась, то ли это или не это. В общем, уделяла им внимание. И на самом деле желание пересадить – это не только дать им дополнительное питание, но и снова после долгой зимы с ними познакомиться. Потому что забывается, ребята. Забывается очень многие растения, которые мало проявляют себя летом, которые не цветут или по какой-то причине отставлены во внимании. Что нельзя сказать про гусь хрустального. Я его пересадила, ребята, дала ему подпорку. Он, конечно, с этой подпорки уходит куда-то в бок. Я знаю, что его нужно в подвесное кашпо. Но я не готова его видеть в наклоненном состоянии. Мне хочется, чтобы он рос именно так. И пока я его так буду культивировать. Эхинофосула кактус мультикастатус. Они дают, где он у меня? Они там где-то появляются бутоны уже. Но с переносом растений в этом году у меня есть небольшая заминка. Не то чтобы заминка, я хочу их расформировать. Какая-то группа растений пойдет в комнату. Видимо, какие-то небольшие. Те растения, которые старички. Вот, допустим, вот эти мамиллярии, тут фирокактусы. Они пойдут на балкон. С какой целью это будет сделано? Это будет сделано с той целью, что суккуленты, ребята, я еще не пересаживала. Я их полила. Нет, сначала я их почистила. Почистила, убрала старые листья, убрала детки, которые мешают, мне кажется, лишними. Посмотрела примерно, что я буду пересаживать, и то я в сомнениях. Потому что некоторые растения, несмотря на то, что они так вот разложились по всему этому, они мне нравятся именно в таком варианте. Но что-то, конечно, я обязательно пересажу. И для того, чтобы мне освободить здесь место, я кактусы
уйдут туда, на юго-восточную сторону. Все-таки там балкон, когда солнышко нагревается помещение. И я думаю, что они в сухом состоянии вполне могут перенести и небольшую, низкую температуру. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это, потому что все поместить их на подоконники, я уже, у меня такой, возможности, видимо, нет. В связи с тем, что коллекция растет, а место остается прежним, поэтому как-то так. Да, вот я их почистила. Что-то откинулось, что-то, ну, в общем, проверила их всех. Ну, вот эти я, как правило, по именам не вспоминала. Потому что вы знаете, что они у меня идут, надо признать, ну, просто фоном к кактусам. Поэтому у меня здесь эти растения, многие повторяются. Ну, не поворачивается рука их выкинуть, деток каких-то. Потому что оно живое, жалко. Вот. А так как я раньше говорила про суккуленты, про пословицу «семь раз отмерь, один раз отрежь», то тут надо как раз один раз отмерить и 7 раз отрезать, потому что суккуленты, они такую буйную развивают жизненную позицию, что заполоняют собой все и вся. Вот так, звездочки. Что еще? Да, полила я суккуленты и поставила их. Они у меня стояли в комнате, потому что низкие были температуры. Ну, не очень низкие, ну, минус 2, минус 1. А они стояли какое-то время опять-таки, на балконе. Они давно у меня уже там бывают. Потому что пока пересаживались кактусы, суккуленты ушли на балкон. Загорали там. Ну вот, политые кактусы с началом марта разойдутся в разные стороны. Ну, я еще раз повторюсь, что крупные экземпляры, они пойдут на балкон. Будут там дожидаться до приятного тепла. Будут стоять неполитые, может быть, буду их опрыскивать. В общем, все по ситуации. Март, как известно, месяц такой непредсказуемый. От него можно ждать все, что угодно, да и апрель, впрочем, то же самое. Я вам говорила, что сейчас у меня задача стоит еще разместить где-то посадочный материал, то есть выращивание рассады добавляется в плюс к заботам, к приятным заботам. Вот. Ну, вот такие дела на сегодняшний день. Кот был здесь. Сидел на своем стульчике, как обычно. Ну, посмотрел и ушел. Так, ну что, ребята, еще раз желаю всем хорошей погоды и здоровых растений. Естественно, я говорю это потому, что все, кто меня смотрит, у них есть растения свои, любимые, самые драгоценные, бесценные. Вот. Делитесь своими радостями, ребята, обязательно в комментариях. Потому что надо умножать радость. Умножать радость. Делиться радостью обязательно. Всем привет еще раз. Мирного неба и теплого хлеба. Пока-пока.